Здравствуйте, дорогие друзья! С вами на связи Клавдия Корнева. И сегодня мы приготовим рисовую запеканку с мясом. Но сначала мы обжарим мясо. На сковороду я масло растительное буду наливать, обжаривать лук, немножко чесночка его через пресс, потом фарш, томат-пасту я добавлю одну ложку, и в конце соль и перец, и в конце чернослив. У меня здесь 120 грамм чернослива. Далее будем обжаривать морковь на самой мелкой терке вместе с рисом. Когда немножко обжарится, доливаем здесь 2 стакана риса, заливаем 3 стакана воды, и оно начинает минут 15, здесь же на сковороде у нас будет томиться. Потом немножко остужаем, добавляем сливки здесь 100 грамм, одно яйцо. И будем готовить запеканку. И когда масло у нас нагрелось, мы забросили наш лук и вот чесночок здесь тоже обжариваться. До такого, до прозрачного примерно цвета. Ну, пускай немножко даже подзолотится. И вот наш уже лучок обжарился. Достаточно. Забрасываем наше мясо. У нас говядина 0,5 кило. Приминаем его хорошо. Далее мы солим и перчим. И когда уже красноты совсем нет, мы добавляем ложку томата. Томатной пасты. До готовности обжариваем. И уже в конце добавляем порезанный чернослив без косточек. Перемешиваем. И считай, отключаем. Мясо у нас, начинка готова. На сковороду я налила 3 ложки растительного масла. И теперь сюда сразу забрасываю морковку. Морковка натертая на самой мелкой терке. Она нам нужна больше как для цвета. Цвет, чтобы был красивый. И начинаем обжаривать. И сюда же мы забрасываем наш помытый перебранный рис. Обжариваем где-то 3 минуты. И добавляем воды 3 стакана. И теперь пускай минут 15 у нас протушится так рис. Итак, рис у нас уже остыл. Мы добавляем сюда наши сливки 100 грамм и наше яйцо. Расколотим. И добавим. Форму мы уже смазали маслом. Сейчас я перемешаю хорошо рис. Рис у нас получился немножко недоваренный наполовину. Что мы делаем далее? Рис должны вы посолить по вкусу, когда он еще варился. А далее выкладываем наш рис в форму. Где-то 2/3
Сейчас разровняем. Сделаем такие бортики. Сюда выложим наш готовый фарш говяжий. Немножко разровняем. И наверх еще опять выложим наш рис. Далее накроем фольгой и поставим в духовку, нагретую на 180 градусов, на 25 минут. И вот в таком виде я закрыла уже фольгой. Буду ставить в духовку, нагретую на 180 градусов, на 20-30 минут. И вот такая запеканочка у нас получилась. И вот наша запеканочка уже на тарелочке. Красивая, видно прослойка мяса хорошо. Приятного аппетита и удачи вам!